Одни рабочие еще раз осматривают и проверяют качество отделки, другие уже заносят оборудование. Последние приготовления к сдаче инфекционного госпиталя под Уфой в самом разгаре. Непосредственно стройка здесь уже завершилась, объект уникальный. Всего за 2 месяца на совершенно пустом участке земли вырос госпиталь из 7 корпусов. Если на первом этапе здесь практически круглосуточно работали около 200 строителей, то на последнем больше 1000. Изначально должны были закончить в конце июня, но сделали почти на месяц раньше срока. Для того, чтобы потоки пациентов не пересекались, в каждую из 82 палат есть отдельный вход с улицы. Конкретно в этой уже практически все готово, разве что осталось повесить зеркало над раковиной, ну и сделать генеральную уборку и провести дезинфекцию. 4 лечебных корпуса, 2 реанимационных и отдельное административное здание. Все в соответствии с самыми строгими нормативами строительства инфекционных центров. Весь процесс контролировали медики. Перед строительством была проведена очень большая работа совместно со всем коллективом Республиканской инфекционной клинической больницы. Были согласованы нюансы и требования, которые предъявляются к данным больницам. Повторюсь, это была очень большая подготовительная работа со всем коллективом. Сюда уже начинают заносить медицинское оборудование. Уже буквально сегодня строители передают объект в руки врачей. Госпиталь сможет принять первых пациентов после того, как пройдет отладка и дезинфекция. Ориентировочно в первых числах июня. Мурат Зарипов.